Вітання аудиторії Мілітарного. Розпочинаємо запис 25-го епізоду Мілітарного подкасту. І сьогодні ми хочемо поговорити про Т-80 в Збройних силах України, як він там опинився і що він там робить. І сьогодні ми маємо в гостях не тільки Тараса Чмута, хоча він тут не в гостях, а як вдома, а ми покликали і Вадима Павлича. Він добре розуміється на бронетехніці, йому не подобається, щоб вживали слово експерт, але ну, хочеться, на язиці крутиться сказати, що експерт з бронетехніки і спеціаліст підприємства «Енергія-2000». Так. Таке цікаве підприємство, яке займається різними системами імітації бойової техніки і тренажерами. І от Тарас запропонував поговорити сьогодні про Т-80. Що хочемо розібрати? Ну, власне, історію танка в Збройних силах, чи вони є, чи їх немає, і в цілому танкова тематика, вона досить викликає хороше обговорення в аудиторії, і є багато читачів і підписників озвучували запит про те, що поговоріть про наші Т-80. Власне, сьогодні поговоримо. Ну, от починаємо тоді і нашу розмову, щоб довго не розкачуватись. Вадим, от питання не раз обговорювалося, звісно, на просторах інтернету, але все ж таки, от ваше бачення, чому взагалі з'явився Т-80? Перед тим уже був Т-64, Т-72, два основних бойових танках в одній армії, і тут раптом ще намалювався третій. І теж основний? І теж основний. І, по суті, характеристики сказати, щоб сильно якось так відрізнялися від тих інших, кардинально, ну, не всі можуть це сказати, крім фанатів. Ну, чому? Скажемо так, є определенне требування к воєнній техніці. У всіх на пам'яті була ще Вторая мировая війна, і по Второй мировой войне були случаи, коли у нас не хватало определенного типу двигателей, і приходилось ставити то, що було під руками. У американців це були різні типи звіздообразних двигателей, комбінації 5 двигателей в одному блоці силовому. Дизельные, бензиновые двигатели на танке «Шерман». Угу. Так же самое англичане использовали бывшие авиационные двигатели, переделанные, либо вообще списанные в отходивший свой ресурс «Мерлины». Тоже использовали в танкостроении. Советский Союз тоже был не исключением в этом направлении. У нас использовались на танках как дизельные В-2, так и М-17, пришедшие к нам с авиации. И М5. Что было на складах, то и ставили. Самые голодные времена, когда был определенный недостаток. Были корпуса, но не было двигателей. Поэтому это требование выходило еще из задач Центрального бронетанкового управления. Поэтому Морозов, когда разрабатывал танк Т-64, объект 434, вот, он подразумевал, что на танке будут устанавливаться несколько типов силовой установки. Это V-образный двигатель семейства V2, пускай это будет там, прогрессивный 54, 55 или какой-то другой, 45, V45 на тот момент считался, что пойдет в серию. Вот. 5 ТД. Угу. Вот. И третий вариант, уже были первые опытные работы, как раз проводимые в Ленинграде на тяжелых танках, по тяжелой теме, вот, с газотурбинным двигателем. Газотурбинный двигатель на тот момент имел определенный ряд преимуществ. Вот. Считалось, что если мы сможем сделать нормальную гидромеханическую трансмиссию к нему, мы получим двигатель, который, грубо говоря, запускается за 4 минуты. Несмотря на то, какое состояние погоды на улице. Для Советского Союза это было актуально. Це тому його так називають уже Т-80, там, арктичний танк? Это уже потом его начали называть арктический танк. Сначала тема была вообще о том, чтобы в парк забежали личный состав, махнули флажками, открыли ворота и машины побежали. Ну, так, може, ми всі знають, для порівняння, якщо дизельний двигун. Дизельний двигатель для того, щоб він нормально заработал, необхідно по мінімуму прохладную погоду до 20-25 минут прогревать. Угу. Прогревается оно подогревателем. Подогреватель – это больная тема в вооруженных силах как Советского Союза, так и армии Украины. Сколько несчастных случаев, взрывов, что от танка ничего не остается вместе с экипажем, только из-за того, что там потекает
топлива с подогревателя, либо там не, что-то не посмотрели, какой-то хомутик. Тобто, взагалі, ключова причина появи Т-80 – це все-таки якісь можливість альтернативи по силовій установці. Так, точно. Якщо говорити про ГТД, які переваги і які основні недоліки? Високий крутящий момент можна отримати. И плавность хода можно добиться изменением. Т-80 лучше всех поворачивается. У него наиболее оптимальный подбор по БПКП радиусов поворотов. Это очень слабое место нашей конструкции. Двух планетарных коробок передач, которые установлены справа-слева в машине. У нас, мягко говоря, абсолютно неадекватная вторая-третья передача, на которой мы осуществляем перевороты, четвертая. И более-менее выравнивается скорость поворота и скорость заноса только на пятой передаче. Добиться, чтобы водитель-механик вошел в поворот, это либо он переходит на вторую передачу, теряет скорость, машина же весит и имеет инерцию определенную, это притормаживает всю колонну движения всего транспорта, чтобы он вписался в поворот. Либо ты должен подготовить так водитель-механика, чтобы он лихо зашел в несколько приемов, поворачивая, работая рычагом, на пятой передаче. Что тоже чревато, что там, допустим, будет лед, либо будет другое сцепление грунта, и машину элементарно понесет. На 80-ке это несколько сглажено за счет того, что стоит гидромуфта. И сам подбор, ну, моментный двигатель, как я говорил, они смогли взять крепкие фрикционные, скажем так, по планетарным рядам, и смогли подобрать, что вот скорость заноса и радиус поворота входит в определенные... Як це сказати, дисонанс. Не дисонанс, а наоборот. Да, підсилюють один одного. Так, да, підсилюють один одного. А якщо говорити про недоліки? Перший недолік – це те, що ми ж немножко економили на спичках, і, відповідно, повноцінну гідромеханічну трансмісію ми не створили. Вона з'явиться на зенітних комплексах значительно позже, і... Ее объем гораздо больше моторно-трансмиссионного отделения танка Т-72, Т-64 и Т-80, мягко говоря, вместе взятых. А, вот. И из-за того, что вот компактно делали, у нас получилось, что нету гидротрансформатора, который позволяет, скажем так, работать турбине на оптимальных оборотах. Оптимальные работы турбины, оптимальные обороты турбины – это расход топлива. Расход топлива, независимо от того, какие там дорожные условия. Трансформатор компенсирует эти вещи. Тобто, фактично, вона споживала значно більше палива, аніж дизельні двигуни. Так, якщо говорити про співвідношення, то в скільки це разів? Наскільки ці двигуни менш економічні? Якщо брати не, скажімо так, лабораторні условия, коли у тебе сидять капітани в качестві водителя-механіків, и они там зубы съели и их там проинструктировали до слез, то расход доходил в 3,5-5 раз выше, чем на обычный срочник на обычном дизельном танке. А взагалі, ну от як концепт газотурбінний двигун, його позитиви якби зрозуміли, а от якщо конкретика по Т-80, ті двигуни, які туди ставились, от ви як вважаєте, вони були вдалими чи... Чи Радянський Союз не зміг справитися з тим, щоб створити саме от ефективний двигун? Ми взяли, грубо говоря, вертольотний двигатель, загрубили його, сильно загрубили, заставили працювати в дико неудобних для нього условиях. Угу. Чому? Це пиль, яку піднімає танк, це неоптимальна температура воздуха входу, тому що, допустимо, на американцях і використовується подогрів воздуха до определеної плотності його. Очистка, это все объемы. У нас этих объемов не было. Взяли вертолетный двигатель, запнули, соответственно, ресурс у него, скажем так, меньше, чем у американцев. Отдача тоже, мощность тоже меньше. 1000, но там 1250, которые сделали для Т-80У. Одразу меньше там, наверное, 1000 было, да? Угу.
Добре, а по ходовій у Т-80 в чому, можливо, якась відмінність, переваги порівняно із Т-64 і Т-72? Адже цей танк був вже пізніше створений, можна було врахувати якісь там недоліки, якісь новації ввести, і що по факту? Перший 219 об'єкт – це був танк Т-64 з турбінним двигателем. Ще Морозов прорабатував ту конструкцію, як говориться. Угу. Порядка 16 машин, які були зготовлені 219 СБ-1, они имели ходовую часть от танка Т-64. Испытания в различных, скажем так, на различных типах дорог вывели определенный недостаток подвески танка Т-64 с той классической гусеницы, которую он использовался. Металл по металлу, когда она выходила на бетонку, либо выходила на асфальт, давало такі нагрузки по вібрації, що екіпаж, системи виходили із строя. Надо було как-то, то есть, стальной, скажем так, 64-й классический каток имеет внутреннюю амортизацию. Этого было недостаточно. Вот. 72-й каток не подходил. Он на больших скоростях давал массу инерции. Он просто рвался, либо лопал. Ведь средняя скорость движения танка Т-80, даже в том, приближалась к 60-70 км. Для танка это много. Для танка это очень много. Вот. Соответственно, когда он входил в резонанс, он просто рвал. Угу. И что вы решили? Как эту проблему? Начали ставить многочисленные эксперименты. Ставили, все нужно было определиться с размером, диаметром катка. Проводили исследования, подобрали расположение катка, потом поняли, что ему не хватает. Поставили подушку на гусеницу, потому что использовать 72-ечную, это была уже архаика такая, которую, ну, не знаю, вот россияне только в начале 90-х исправили, поставив 80-ечную гусеницу с обрезиненной дорожкой беговой. Угу. Вот. Вот они и пришли к мне к такому каточку, который разборной. Он разборной, его легко можно монтировать, демонтировать. Примерно не так сильно сложно, как 72-ечный, чуть-чуть сложнее, чем 64-ечный. Все. Вот, добились этого. Поменяли расположение их, чтобы снизить динамические нагрузки. Конечно же, корпус остался 64-ечный, и, соответственно, некоторые вещи они тронули, которые, ну, не стоило бы тронуть. У 64-ки уникальная вещь, у него передний каток разгруженный. Весь вес танка Т-64 классического находится на 5 опорных катках. Uh-huh. А передние катки, которые тут все стоят, они воспринимают просто ударные нагрузки, когда входим на препятствие. Вот. Поэтому это было нарушено, в принципе. Вот, и имеет определенные последствия негативного плана на точность стрельбы, там, на движение. Угу. Але в целом, ну, ходова краще, чем у попередних типов? Она лучше, чем 64-шная, лучше, чем 72-шная для тех скоростных параметров, которые может выдерживать данный танк. Але с нюансами, да? Вот, які ви нюансы тебе, есть. Да. По проходимости. Вот у нас, например, морпехи те же не учли некоторые вещи по проходимости и сцепным свойствам гусеницы и имели несколько бледный вид на некоторых упражнениях. Угу. 64-ка старенькая залазит на горку, 80-ка срывает грунт, но не может залезть на горку. Не дай бог попадется грязь, жидкая грязь. Тоже имеются определенные проблемы. А як з економікою взагалі тоді було в Радянському Союзі, от коли вийшли на те, що все-таки от є три основних танки? І... Плюс у військах ще ж перебувала Т-55. 55-ка мало того, що перебувала в військах, вона продовжувала випускатися на Омському заводі ще. В товарних кількостях ще. 62-ка, 55-ка, так. Да. Ну, чи стояла за цим якась, ну, там, боротьба конструкторських школ, політиків? Ой, це стара тема Холівара. Да. Ну, якщо так коротко. По большому счету, звезда Морозова закатувалася, у нього було огромне кількість недоброжелателей, тому що він чоловік був прямой. Вот. Скажем так,
очень старой закалки, когда он пережил репрессии и все остальное. И он многих людей знал в лицо и знал, что они представляют. А уже была конъюнктура такая, что выходило очень большое количество приспособленцев, которые очень хорошо любили как бы жить, угу. получать. Поэтому тема, когда у тебя идет один танк с тремя разными двигателями, была похоронена сначала Нижним Тагилом с различными отмазками, а потом Ленинградом, который под приводом того, что ходовая имеет недостатки, давайте мы заменим ходовую, а тут же мы столько провели исследований, угу. вот только порядка 100 штук у них, это было 117 штук, наверное, у них было изготовлено СП-2 с новой ходовой, они все экспериментировали с расположением катков. То есть столько было потрачено денег государственных на то, чтобы довести до ума воздухочистители, гидромуфту, ходовую часть. То есть деньги были потрачены сумасшедшие. А учитывая то, что они шли в келеваторе, тех денег, которые были потрачены на тему тяжелых танков, тоже с газотурбинными двигателями, то в конце концов надо было, как говорится, на этой женщине надо было жениться. Типу вже стільки вклали, то да, давайте вже будемо випускати. Так, да, вложилися капітально. Должно бути вихлоп. Ну, і цю машину... В эту машину очень ще, как бы, по легенде, протектировал Андропов. Андропов теж имел свої определенные видения на то, как победить Запад. Вот. Он знал про возможности тактического оружия, ядерного оружия Запада, подлетное время ракет. И прекрасно был осведомлен, сколько нужно нашей техники на подготовку к выходу с парков. Угу. Родилась идея сделать машину, тогда у него в голове уже ему посоветовали, что вот у нас танк есть, мужчина в выходе, он железно подойдет. Ну, не сказали, сколько это будет стоить, ну, в принципе, говорили, сколько это будет стоить, но решили махнуть, для рывка хватит. Поэтому на этот рывок вот они и сделана машина. Они же ничего не поменяли такого серьезного, только упростили башню. Угу. Комплекс вооружения, скажем так, был заимствован 64А, потом 64Б. Вот. Единственное, что стабилизатор почему-то 2,28. То есть по вертикали брали, грубо говоря, тагийские машины. Угу. Питающую установку и сами исполнительные цилиндры. Вот. Это имеет и сейчас последствия для нас, потому что те машины, которые попали к нам, это такой достаточно серьезный зоопарк, в котором есть машины с стабилизаторами от 78-го года до 85-го года. То есть, незважаючи на те, якого року машина, там может комплектующие бути різних. Да. И по паспорту он будет называться танк Т-80БВ, грубо говоря. А в середине может быть носорог с бульдогом. Ясно. Ну, так, з того, що ми проговорили зараз, то ключова відмінність – це все-таки двигун і ходова. А от те, що допомагає танку виконувати його бойові завдання, внутрянка, да, скажімо так, там система управління вогнем, компоновка всередині всіх агрегатів. Тут були якісь інновації там, по захисту, можливо, які відрізняли від інших танків? Разве що в сторону упрощення, тому що танк виходився вже немножко дорогий. Немножко. Немножко. Да. Эксплуатационный, просто по выпуску дорогой. Вот. Поэтому там убрали ЗПУ в качестве удешевления, чтобы хоть не как-то сбросить цену. Ввели некоторые элементы мобилизационного танка, это Т-72 там, по стабилизатору, что я сказал. Слава богу, не влазили в корзину и в МЗ механизм заряжания. Вин там ведь 64-го, да? Он от 64-го. Вот. Это они не меняли, и, в принципе, тут позитивный момент был в этом отношении, что не все они так сделали. Якщо порівнювати Т-80, наприклад, БВ або У з Т-64БВ, то які переваги, які недоліки, на вашу думку? Перевага – это запас мощности. То есть у тебя 1200-1100 лошадиных сил, как минимум, есть против 700
ну ладно, 650 лошадиных сил, которые есть у нас на 64-очке. А это с этого растет того, что ты можешь натворить с не совсем хорошим подготовленным водителем-механиком. Насколько ты сможешь поддерживать среднюю скорость в колонне, выдвижении, рассредоточении. Это очень важно. Потому что одно дело бой — это короткая стычка, а перед боем идет куча движений, маневров. Угу. И вот тут глупость, непоследовательность. Ты должен успеть 64-й, допустим, ты уже перегрел за счет того, что надо было постоянно дико опаздываешь, либо там что-то делаешь. Ты идешь на пределе, у тебя 16,5 лошадиных сил на тонну. А здесь ты имеешь добрых 25 лошадиных сил. Это серьезно. А якщо про недоліки? Недоліки. Методика вождения этой машины отличается от методики вождения Т-72 и Т-64. Что там не рассказывали товарищи? Складніше? Да. Тобто треба більше часу на підготовку екіпажу. Если человек имел неосторожность готовиться на 64-м, либо на 72-й машине, потом его садят на 80-ку, вроде бы рычаги те же самые, ну там педальки там немножко так куцурато выглядают, там две педали. Ну, как бы все хорошо, я говорю, но потом, когда он возьмет, не дай бог, он возьмет два рычага на себя, все. Что краще с нуля учить, да, людей? Да. Надо пользоваться кнопкой подтормаживания. Как учить? Надо научить этим вещам. То есть мы даже столкнулись с тем, что все танки, что получили десантники, они были убиты из-за чего? Из-за того, что водители-механики в том числе имели плохой уровень подготовки. Было мало людей, которые прошли учебку на Т-80 и имели хоть какую-то память по этой машине. А в Збройних силах до 2014 року десь вчили конкретно на Т-80? Ушку нет. Ни ушку, ни Б не учили. Киевская танковая, Киевский институт сухопутных войск не готовил специалистов, только ознакомительный процесс был, что там есть такой танк, вот он у нас. Его быстро сняли, неподъемный был по обычному вождению, их быстро сняли с вооружения, убрали с вождения, со всех элементов. Вадим, а от, ну, як ви сказали вже, що не взлетіла ідея 64-ки з різними двигунами, натомість зворотній процес. Да. У Харкові почали випускати Т-80, але з дизельним двигуном. От як ця історія з'явилася і чи вона була правильною? Ні, це був немножко сепаратизм в обратну сторону. Якщо брати вже по совісті, то рознарядка. У нас змінили генерального конструктора, Шоміна поставили. Він виходить з Ленінградської школи. Он пришел не сам, он пришел со своим коллективом оттуда же, с Ленинграда. И, грубо говоря, начали определенные терки с морозовцами, которые были еще... Морозовцы же помнили, как у них, грубо говоря, украли машину и переделали под новую машину. А тут еще и навязали генерального сверху и заставили на... Ну, как заставили? Дали разнарядку Т-80У освоить выпуск на... Харьковском заводе, газотурбинную. То есть Харьковский завод должен был выпускать газотурбинную Т-80У по изначальным планам. Этим перечеркивался ход, ну его гнобили давно, танк «Кедр». 476-й объект, который был задуман еще в 1976 году. Да. Это как раз рік прийняття на озброєння Т-80. Так, точно. Вот, когда на 64-ку поставили дизельный 6ТД. Это что в планах у нас зараз, да? Да. Не пришли 50 років. 50 лет, ну, мелочь какая-то. Вот. Он до 82-го года уже прошел до того, что там доработали его с таким размахом, что выполнять работы под 476-му объекту можно было на танкоремонтных заводах. То есть получать комплекты по двигателям и трансмиссионным передним на МТО и осуществлять работу на сводах ремонта, капитального ремонта. То есть все 64-ки, по большому счету, можно было еще при Союзе начать переводить на 6ТД. Почему на 6ТД они добились очень хорошего ресурса, значительно выше, чем на газотурбинном двигателе?
Вот. Расход топлива тоже. Та же самая тяговооруженность практически. Вот. И у тебя уже выпущенные машины, ты только проводишь ремоторизацию, получаешь на выходе машину практически с новыми качествами. Тобто для Радянського Союзу Т-64 з двигуном 6ТД це було оптимальне співвідношення по витрачених ресурсах, так, до отриманого результату. Так, да. Отрималась машина з маневреними характеристиками, взагалі рухомими характеристиками не гірше Т-80, але при цьому значно дешевша за рахунок як меншої експлуатаційної вартості, так і за рахунок того, що не створювалась нова машина, а модернізовувалась уже в Строєві. Так. І це було запропоновано в 70-х роках. Ще в 70-х роках. 5 ТДФ форсірований, грубо говоря, суперфорсірований. Подготовка водителів механіків теж була не на висоті, хоча по сравнению з тим, що зараз, вона значительно краще була. Вот. І вже тоді поняли, що давайте додамо просто мощності, щоб був запас мощності. Кроме того, Морозов понял, что как бы они старались, идет наращивание среднего веса машины. Морозов не был сторонником, он экономил каждый килограмм. Это ему, кстати, забрасывается в вину, что он вел постоянную борьбу за сохранение веса, весовой культуры. На заводе присутствовали премии за то, что там, допустим, рационализатор, дедушка Вася, либо Ваня, либо там начальник цеха нашел, как сделать литье, либо сделать более ажурную деталь и сэкономить внешний, внутренний объем и вес детали. Это очень приветствовалось. Людям платили за это деньги. 10-15 рублей по советским меркам было серьезное поспорье. Вот. И он всегда приветствовал эту инициативу. Машина росла в весе. На смену ни один объект, который предусматривался еще в 70-х годах, 74-й, там ряд других объектов, не пошел. По финансовым соображениям. Чехарда. Тут протаскивается Нижнетагильский 72, который тоже имеет определенные там недостатки. Их надо как-то устранять, жестко устранять. Разный тип, надо как-то объяснять. А тут еще и более перспективный там предлагают. Как-то уже все стало печально в этом отношении. Вот. Ну и Ленинград же протаскивает газотурбинную машину с индексом Т-80. Тоже серьезное поспорье. Все. Морозов делает вывод, что надо что-то делать с 64-й. Вдобавок, он очень хорошо дружил с Нудельманом, с КБ Нудельмана, и сам еще Нудельман тогда еще жив был. И они тогда вертолетный боеприпас адаптировали для запуска аж на Кобрах, так называемые. 112-й комплекс. Вот. Они адаптировали. Это дало еще дополнительный вес. То есть ничего не было снято с машины, добавились дополнительные блоки, которые сожрали и так внутренний объем небольшой в 64-м. Вот, в башне, внутри башенки. И добавили вес. Пришли 80-е годы, успешное применение динамической защиты в Израиле. В арабо-израильских войнах. Все, догоняем, ставим динамическую защиту. Это еще дополнительный вес. Провели, случайно нашли, грубо говоря, привезли с долины БК боеприпасы нового типа, 105-мм пушки. Стреляют по нашим танкам, пробивают лобовой лист. Неудача спекала спортсмена. Надо что-то делать. Тема отражения. 30-мм лист наваривается на лобовой лист 64-ки, 72-ки, 80-ки. Это опять же вес. То есть шло рез. И он посмотрел, что ну, мы технологически немножко проигрываем, надо будет расти вес. А по его расчетам, оптимальный вес должен быть не больше 36 тонн. А стало 42, да? А уже 42 тонны. Ничего кардинально в таком объеме нельзя сделать. Принимается решение уменьшить толщину в кормовом отсеке броневой детали, скажем так, сделать проточку, отклонить задний кормовый лист и разместить двигатель 6ТД с дополнительным воздухоочистителем и системой охлаждения. Потому что ну, лишний горшок, лишнее теплонапряжение. Правильно? Надо как-то рассеять тепло. Это надо как-то разместить. Ну и масло дополнительно добавить. Это было решено.
Попутно он, конечно же, еще разработал новую башню на 476-м. Она имела больший внутренний объем, потому что он уже видел, как развивается ракетная техника, и, соответственно, принял решение, чтобы экипажу было более комфортно, потому что реально тяжело, когда ты зажат и в внутреннем объеме танка сидишь. Вот. Но в Советском Союзе это не пошло, потому что активно шла работа по 80-ке. Когда пришла разнарядка выпускать Т-80У на заводе, они выпустили порядка 350 машин газотурбинных. В Харькове? В Харькове. По-моему, так это было. Т-80У. С контактом один, уже с новой расширенной башней от 476-го объекта. Вот. С новым прицелом. Вот они и пошли. И як вони перейшли до Т-80 туди? Да все так же, Андропов как бы каюкнулся. Створились просто умови, да? И ушли ті люди, которые тянули эту машину. Економіка все больше і больше падала вниз. Вот. Було прийнято рішення, треба как-то вот. І тут прийшли, що вот у нас є можливість зекономити. Решили, что 80-ка будет выпускаться. Добавок уже как бы захват отжатия Харькова произошло с помощью Ленинграда. То есть уже шла своеобразная унификация. То есть пришли к такому решению, что у нас остается Т-72 пока вот. И Т-80У, УД. Ну там разница в движках, но вот она как бы на случай. Унификация якась є, да? Хоть какая-то унификация есть. До этого ж ничего, никто не дружит. Болты с МТО 64-го не подходят для 72-го и не подходят для 80-го. То есть закрыть люк, там разная номенклатура, разные резьбы. Окей. Okay. И вот Т-80УД, он уже потом выпускался и в незалежній Украине. Мы подходим до пакистанского контракта, так? Ну там маленький буквально... Чуть-чуть маленькая ремарка. В 89-м году сначала показали, там еще продолжалась борьба. Надо было все-таки как-то сокращать номенклатуру и весь зоопарк, который у нас был. И проводились очередные конкурсы на то, чтобы все-таки выпускался один основной боевой танк. То есть кого-то надо было дожать, грубо говоря, Нижний Тагил, для того, чтобы Ленинград, в этот момент Ленинград уже заканчивал, сворачивалось производство в Ленинграде и перенеслось в Омск. Uh-huh. Вот, Омск, Харьков и Тагил выпускал один тип танка. Вот. Были выставлены образцы на сравнительные испытания. Вот. Тагил поставил будущий 185-й объект. Это зараз Т-90? Нет, почти. Т-72Б3. Там был все-таки X-образный двигатель сначала. Вот. 72-ка. Т-90 это вообще-то, грубо говоря, 72-ка с новым двигателем. Из башни от 80-ки. С комплексом вооружения 80-ки. Ну, потому что комплекс вооружения у нее действительно 1.45, он лучший. Что было в Советском Союзе. Вот. И как бы комплекс самая дорогая часть в танке. Ну, реально, самая дорогая часть танки – это был комплекс вооружения. Прицелы, стабилизатор, все. И пришли, у нас есть уже в Омске выпускается с этим прицелом. В Харькове выпускается. Давайте, Нижний Тагил. Хорошо, да. И 1.40 меняется на 1.45. Это фиаско. Телефон такого. Да. Ладно. Та машина, яка для Пакистана робилася, вона чимось відрізнялася від тих Т-80УД, які при Радянському Союзі випускалися, і як взагалі от Україні вдалося реалізувати цей контракт? На 320, здається, машин, да? Да. Так получилося, що от ми отримали незалежність, плани о єдиному танку провалилися.
Вот, хотя было принято решение о том, чтобы Т-80Д был взят за основу. И 80-ка ушка У-1 к этому моменту должна была выпускаться там в определенной, как вы говорите, арктическом, ну, там, части первого дивизиона. Вот. Это решение в 89-м году было спущено на тормозах. Это вот оно, это самое. К 91-му уже начался полный развал. Вот. И Харькову надо было как-то решать вопрос, как же задействовать производственные мощности. Вот. Потому что перспектива, что перевооружать армию Украины, нулевая. Нулевая, потому что к нам же вывелись Венгрии, к нам же западная группа войск вывели танки. Вот. Танки резались, а танки топили. Ну, что только с этими бедными танками не делали, вот, чтобы как-то их растаскать. Вот. И выпускать новые машины, ну, перспектива была нулевая. Вот. Тут Пакистан проводил тендер на основной боевой танк. Вот. Их заинтересовали характеристики, уже секретности как таковой не было огромной. Заинтересовали характеристики Т-80-го. Скажем так, за спиной стояли американцы, им было тоже дико интересно получить информацию об этой машине. Тогда еще пускай через Пакистан. Спонсором выступили американцы, то есть американцы дали деньги Пакистану. Пакистан взял, пригласил на тендер машину. Вот, провели испытания, провели показ машины. Вот, россияне в этот момент там Швецию возили 80-ку ушку. Тоже еще ряд стран возило с 80-ка в качестве демонстратора, чтобы только купить и тоже эту самую машину. Вот, поэтому тут было интернационально, что с одной стороны, что с другой стороны, торговать наследием в этом отношении. Машина понравилась. Машина на голову была выше, грубо говоря, Китая тогдашнего. Вот. И по своим характеристикам, ну, просто была бомба для несчастного Пакистана, у которого на тот момент М-48, это было круто. Вот, она по всем параметрам его превзошла, по проходимости, по удобству пользования вооружением и всем остальным. Был заключен контракт. Контракт был специфический. Часть танков была взята с баланса вооруженных 44 сил. 44 танки, так? Ну да, 44 танка. Так пишет. Будем придерживаться официальной версии. Там просто еще в кривом рогу стояло 96Т-80У. УД. Да, в полном составе. Okay. Они тоже куда-то исчезли. Тобто ті танки, які були в складі 254-ї механізованої дивізії, 133-го полка Стрьохізбінки, які в кінці 90-х або навіть раніше, раніше. Тобто частина з тих танків, вони поїхали в Пакистан. Усі. Усі. В той чи іншій виді там почаманювання. Поэтому часть танков в пакистанском контракте идут с литыми башнями, часть идет с катано-сварными башнями. Угу. Хотя тоже называется и то Т-80УТ. А для українського танкобудування цей контракт, ну, допоміг знайти якісь інновації там і відпрацювати їх на тих танках, які робилися з нуля? Прежде всего, это освоение серийного выпуска катано-сварной башни. Катано-сварная башня начала тема прорабатываться еще, опять же, возвращаемся, в 76-й год, господи. В 76-м году для танка Т-64 было разработано несколько образцов катано-сварных башен. Для чего? Таким способом Морозов хотел получить лучшую снарядостойкость лобовой детали, вот, при меньшем весе. Он пытался и так еще добиться экономии веса. Вот. Тогда это понимание не нашло. Ну и, скажем так, технологически мы не могли тогда делать такой прокат. Произошли некоторые модернизации на мариупольских предприятиях. Вот. Они поставили новое оборудование и смогли катать листы нужной нам стали, нужной толщины.
Соответственно, была продумана разработка, поставлена задача, и к концу советского, развала Советского Союза было несколько предложено типов башен. Наша башня оказалась лучшей. Круто. Да. Вот. Самое главное, что ее можно было выпускать на нескольких предприятиях. То есть на тот момент она могла выпускаться как в Мариуполе, так и в Харькове, собираться на стапелях. То скільки ж виходить, ми з нуля зробили танків для Пакистану? Якщо близько сотні ми взяли своїх і... То виходить 150. 150, ну, десь так. Я так думаю. Це строго так, предположительно. На скидку, да. Ну, тут різні цифри озвучують, тому, правда, навряд чи вже хтось когось зізнається. Зізнається, там вони пронумеровані. І Харків строго знає, скільки машин... куда пошло и откуда они заходили. Просто это уже немає такого принципового значения. Да, часть людей уже умерла, к сожалению, да, либо убежала в другую страну. А, ну и логичное питання, що ж далі після цього контракту, чи можна було якось використовувати ці напрацювання для того, щоб створювати або далі наступний перспективний танк, або якось цей парк Т-80-х, який в Україні лишився в ЗСУ. І от у нас є така статистика на 2009 рік, от скільки у нас було всього Т-80-х. Тут, так, навскидку, це не зовсім всього, це та кількість, яка фігурувала в реєстрі надлишкового озброєння. Так. При цьому ми допускаємо, що була ще якась... Ну, внаслідок розвалу Радянського Союзу ми отримали близько 300 Т-80 різних версій. Угу. Частина з них була в навчальних центрах, інститутах. Часть уничтожили, розрізали. Частина була от, ну, ми утилізована. Утилізована, частина поїхала в Пакистан. І от на 2009 рік ми знайшли цифри по таких кількостях, які були фігурували як надлишкові. Тоді воно десь і сходиться, якщо було там 300 з чимось, а 150 поїхали на Пакистан, то десь більше. 150 і лишається десь. І питання від нашої аудиторії логічне. От чи можемо ми зараз робити ці танки Т-80УД з нуля? Чи ні? Теоретично чи практично? Практично. Практично завжди цікавить. Ну і взагалі, чи є потреба при наявності якби напрямку оплота, який ніби ж якби більш сучасніший? Да, это, ну, грубо говоря, полезное, что произошло с пакистанским контрактом. Мы отработали катанасфорную башню, немножко заставили наши предприятия Черкасы и тогда еще Феодосию выпускать необходимые нам приборы прицельного комплекса. Угу. Вот, то есть у нас была, в принципе, локализация полная. На тот момент суммы получили оборудование от Ото Милара и имели возможность изготавливать хороші стволи. Да? Да. Тобто, ну, теж постійно зустрічаю цю дискусію, чи створювали ми самі гармати, чи тільки робили вигляд, чи ні, знаете, для цього контракту? Возможно, вам просто треба буде пригласити чоловіка, який участвував в відстрілі даних орудій, кількість вистрілів, де це проходило, у нього є, звісно, фотодокументи, грифа секретності на даний момент, я думаю, вже как бы не существует, добавок даже того оборудования, на котором все это делалось, тоже уже и нету. Да. Да. Але було. Ну, тобто це просто зафіксуємо, да, такий факт, що, да, пушки ми робили самі. Да. Ясно. Тут ще питання таке, чи може, наприклад, газотурбинний двигун для 80-ки робити моторсіч якийсь там на 1500 кінських сил? Делать не вопрос. Передать. Если человек, который задал этот вопрос, ну, просто послушает и сделает выводы по тому, как тяжело сделать гидромеханическую трансмиссию, ГМТ-шку, угу, именно чтобы она влезла в этот объем, который у нас стоит, надо что-то сделать с оптимизацией работы газотурбинного двигателя. Потому что мотор СИЧ специализируется на авиационной тематике. Авиационная тематика очень сильно шагнула вперед в этом направлении. ГТД, который используется, допустим, теми же Абрамсами, это все-таки специализированный, уже специализированный двигатель.
Уже не авіаційний, а саме танковий. А вже танковий газотурбінний двигатель, работающий в строгом блоке. Там все, каждая деталь, каждая трубочка подчинена этому решению. Ну і ключове питання – це все-таки необхідності цього. Якщо у нас вже 1500 лошадей, да, ми не передадимо цю мощність на той гусеничний двигатель, який стоїть на 80-ки. Якщо говорити про модернізацію 80-ок, які вже наявні, то їх не так багато, щоб розпочинати подібні роботи. А якщо говорити про перспективний танк, то, напевно, доцільніше його робити теж дизельним. Так. Да. І от у нас після 2000... Да-да. Я просто предложу, почему 80-ка вернулася? Скажем так, так как мы не были готовы к боевым действиям, а слово совсем не были готовы к боевым действиям, соответственно, у нас ни вверху, ни в среднем звене не было понимания, как использовать танк. Ну, чтобы вы понимали, все время независимости Украины во всех академиях, во всех учебных заведениях толдычили одну заезженную фразу, что танки умерли, танки сдохли. ПТРК все решает, то есть все, что ни на есть на поле боя, все нацелено против танка. Соответственно, это не жилец, и нечего обращать внимание на этот вид. Славноизвестный миф про танк живет 3 минуты на поле боя. Да, танк живет 3 минуты на поле боя. Это вот, ну не миф, это типа расчеты, математики и все остальное. Вот это они так считали. Ну, и, соответственно, 14-й рік ні тактики, ні командиров. Ни из всего комплекса, который необходим для того, чтобы содержать эти пережитки прошлого, он как бы не поддерживался. Естественно, что спутников никто не делал. Ну, все же мыслили передовыми категориями. СОИ, все дела, спутники. Мы за всем смотрим, у нас все компьютеризировано. На самом деле ничего этого не было. Были войска в разной степени боевой готовности там, которые не имели общего представления, что, как и куда бежать. Вот и все. И началось растаскивание танков, которые каким-то чудом еще не порезали или, грубо говоря, находились там для парада, для чего угодно. Начали растаскивать по всем направлениям. Надо на блокпост. Пехота не хочет находиться там сама. Давайте поставим туда танчик. Все отлично, поставили танчик. Вот там еще какая-то проблема, надо туда еще загнать пару танчиков. Опять же загнали пару танчиков. В результате командир роты и зампотех, ну, даже первой танковой бригады, не имели смутное представление, где на 86 километров находится их танчик. А экипаж чувствовал себя довольно-таки сиротливо и страшновато, когда ты стоишь где-то там на одинокой дороге, блин, в Луганской области. Выделяешься своим профилем. Да, и так, легко говоря, подсвечиваешь. При том же все рассказали, что ну, 3 минуты тебе все, тебя ж нету. Да. Поэтому, начиная со Славянска, начинаются различные моменты. Оказывается, что одного попадания переживаем, смотря куда попали. Страшнее это то, что у тебя не заправленный бак ППО. Это, оказывается, страшнее, чем просто попадание в лобовую скулу. Або звязку немає, да? Или нету связи. Опять же, это, оказывается, еще страшнее по сравнению с тем, что в тебя попало несколько выстрелов. Угу. Когда человек даже бортом смог, грубо говоря, прикрыть вывод отделения раненых из-под огня, подставив свой борт с полностью потом оборванными этими самыми, то что говорить про все остальное? Оказывается, что не все гранаты с РПГ взрываются тоже. Угу. Тобто ми ніби після 2014 року цю тактику застосування танків ніби як перевинаходили. Вообще, не только мы. Скажем так, все, кто наблюдал за этим конфликтом, они были слегка удивлены, а что, еще так можно было? Угу. Вот так вот бездарно использовать танки, они еще каким-то чудом остались. Але при цьому у нас відбулося розширення Збройних сил. Ми повернули Т-72, про які ми ще на окремому подкасті поговоримо. Зараз вони всі закумульовані в АК «Захід». І повернули Т-80, БМБВ в морську піхоту і в ДШВ. Да, я так розумію, що ну, зараз нам то легше всього розслідити, наскільки це було цілесообразно робити. В тех условиях. Ну, честно, я был противником этого. Где мог, там кричал, что не надо, не стоит этого делать. В смысле, вводить еще два типа танков? Не потому, просто вводить, а вводить это отдельная проблема. У нас не было специалистов.
Вот реально. Да, на заводе был определенный мобзапас двигателей. Мы могли поднять на крыло определенное количество танков Т-80Б. Угу. Да, там были комплекты батальонные ЗИПа, группового ЗИПа. Это большое поспорье, это их не разворовали, потому что машина была не ходовая, и, соответственно, они были в наличии. Это был плюс. Минус. Специалистов зампотехов на 80-ку готовили только в Омске. Киев не перенял это дело. В войсках мы их не эксплуатировали массово. Наработанной какой-то школой, даже какой-то базой, тоже не имели. То есть то, что на заводе там в Харкове были специалисты, они продавали якось у війська? Да, и все. Надо как-то готовить специалиста. Танк это не сели и поехали. Танк перед тем, как сели и поехали, это обслужи, заправ. Угу. Проверь, что у тебя все, все регулировки на месте. После этого, возможно, поедем. Но не факт. І «Укроборонпром» заявляв про те, що відбулося освоєння модернізації Т-80БВ, зокрема на Львівському заводі. Що взагалі являє собою? В першу чергу на Харківському, а потім да, директор потім... Львівського озвучував, якщо не помиляюсь, це минулий рік був, про те, що вони освоюють ремонт, ну і відповідно модернізацію теж Т-80. Що це за модернізація взагалі? Скажем так, чого от вообще, що Львов привлекається к таким задачам? Это... Если так, не срывать покровы, это хорошая мина при плохой игре, да, так говорят. У нас возникли определенные проблемы с Харьковским 115-м заводом. Який, если я не помиляюсь, в Радянском Союзе был основным да. ремонтом. Он единственный, кто делал капитальный ремонт для газотурбинных двигателей. Да, в том числе для России, в том числе после 91-го да, года. Да, да, да. Он этим жил. То есть у них были стенды, у них были специалисты, у них был... Масса рабочего материала для донорства и всего остального. В конце концов, можно было договориться с Моторсичью там, о некоторых вариантах работы. То есть это можно было все делать. И, соответственно, это протянули. Другое дело, что, на мой взгляд, уже сейчас подтверждается, что как таковых активных боевых действий, когда вводились в 80-ки, уже не было. А це був... Середина, початок 2015 року. Скажем так, реально 16-й год уже. Ну, перші передачі були в кінці 15-го, якщо я не помиляюсь. Та, ну, там ще нічого не підняли, по ідеї. Там, ну, якщо передавалося, так тільки по факту, що мала найменший, ну, грубо говоря, самий боєспособний, що навіть нічого не робили, грубо говоря, перевірили, що все запускається, поміняли жидкості, все, вперед, акумулятори, погнали. Так, до питання модернізації. Це ремонт чи справді якісь елементи модернізаційні в Україні після 15-16-го вносились в 80-ку? 80-ку вносилось змінення по бронюванню. Угу. Все-таки встроєна динамічна защита має як преимущества, так і недостатки. Особливо, як оказалося, в війні, яка не 3 хвилини длиться. Угу. Есть попадание, надо менять блок, везти каждый раз на Харьковский завод, либо куда-то далеко в предприятие для замены элементарной динамической защиты, это было неподъемно. То есть, досвід використання чи експлуатації булатов, да. коли вони отримали попадання, де заспрацьовувала, але при цьому екіпаж або навіть там частина не могла своїми силами замінити конкретний блок, конкретну складову. Ремполк не може, рембат не може замінити. Вимагало залучення заводу. Не мають оборудовання, да. Угу. И меняли динамичный захист. Да, это просто, как вам сказать, когда задумывались эти машины, такие вещи не просчитывались. Они должны были выполнить боевую задачу и, как говорится, кануть в лето. Все. А машины, кажется, живут, машины, кажется, вытаскиваются. То есть, я говорю, должна полностью поменяться идеология того, что танк – это 3 минуты поля боя. Если использовать его в тупую, да, может быть и так. Угу. Но если хоть немножко использовать с умом, то оказывается, вот они, я знаю просто примеры, что у нас в вооруженных силах есть ряд образцов, которые не проходили капитальный ремонт, ни разу не заходили на завод с 2014 года. И активно эксплуатируется. Да. И вытримывали попадание. Да. Выдерживали попадание. Слава богу, там не очень серьезно. Побеждали другие машины. Там, чтобы вам так
калібр вже 130 мм в некоторых пушках розстріляний. Угу. Можна нові снаряди вже купляти, німецькі. Точить, індивідуальна подгонка для кожного танка. Это есть такое в войсках. Угу. Потому что, допустим, сдать машину, определенная процедура, которую ну, не в состоянии сделать, потому что есть план. Угу. Вот. Почему по 80-кам я не согласен, что это, ну, вау, совсем все хорошо. Да, там меняется динамическая защита, там меняются средства связи, это прекрасно. Если повезло, поменяли ночник на триминовский. Это вообще суперово. Тепловизионный прицел поставили ночной. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що це версія, яка відповідає так званому Т-64 зразка 17-го року. Ано, так. Да. Тобто, там заміна радіостанції, заміна динамічного захисту, заміна засобів спостереження ночник, ну, фактично, ночник третього покоління і тепловізійний приціл. Ну, ні, третього покоління, це, мабуть, ПНВ. ПНВ там, ну, це ЮАР поділяє на ПНВ. И там характеристики не тепловизионная матрица, ну, болометра. Я про засоби спостереження, а не прицілювання. А засоби спостереження, то, по-моєму, не міняли. Ага, окей. Ну і орізоновська навігація. Так. Да. Что, кстати, вообще, по большому счету, если еще личный состав будет обучен этому пользованию, это бомба. Потому что, скажем так, огромное количество потерь, большое количество потерь у нас пришло из-за того, что заезжали на чужую, терялись, а не туди виходили, не на ті блокпости. Через відсутність навігації та навігації і зв'язку. При цьому важливо, що ті танки, які йшли в ДШВ, так як ДШВ користується основним засобом зв'язку Харріс, вони отримували американські станції Харріс, але не в форматі внутрішнього зв'язку, а просто її туди долаштовували, і командир танку умовно по трубці міг виходити на інший Харріс в інших танках або в інших підрозділах ДШВ. Тобто саму радіостанцію не інтегрували в систему зв'язку танку повністю. Да. Власне, що із Аселсаном, якщо я не помиляюсь, фактично вийшло теж? Аселсан, там своя проблема, вона зв'язана з... Ой, как на мой взгляд, это вся проблема с радиостанциями, это система электропитания наших танков. Угу. У нас оно напряжение в середине борсети пляшет, так традиционно. И советские танки делались с запасом. Причем этот запас достаточно серьезный по всем ТТХ. Ни один, скажем так, западный образец не может делать тройное резервирование и не предусмотреть, что у него интегральная микросхема выживет после того, что там замен 24 вольт пойдет 159 вольт. Ну, це окрема ще тема подкасту, да, про засоби зв'язку і як так вийшло, що в нас давайте їх багато. Не провалюватись. Вот. Вот і все. Поэтому, ну, замінили. А в ВДВ получили, ну, это, я считаю, все-таки ошибка. Ще дійдемо до цього. Тут питання, в принципі, пригукується з тим, що вже Вадим казав. От смисл зводиться до того, а чи є взагалі сенс возитися з 80-ками зараз з огляду на, ну, бачення того, як мають розвиватися механізовані там і танкові війська найближчим часом, що робить, що у нас в дозі і що підприємство взагалі харківські думають робити 64-ками з оплотом. Тему краб в очередной раз реанимировали. Угу. Вот. Даже обещают, что будет 6 ТД ставить на нее. Вы показывали, по-моему, там еще кто-то показывал, что вот 115-й завод работает по тому, что вместе с Зимом они работают на теме модернизации танка Т-64. То есть, наконец-то оснащают двигателем 6 ТД. Его. Вот. Тобто реалізовуємо тему кедра 70-х років. Так. Да. Хоча б в плані подвіжності, в варіанті хоч як-то потягнути всю цю красоту на собі. Ну, тут взагалі мені... Не... Причому відчасті тільки, тому що башня ж не міняється. Питання, а може тоді взагалі є сенс почати їх виводити зараз зі Збройних сил, якщо там перспективи ні модернізації, ні... Ну, тут питання, скільки їх в Збройних силах. Власне, з 15-го чи 16-го років ми отримали, кожна десантно-штурмова бригада отримала по танковій роті, це 10 або 13 танків, і 35-й, 36-й бригади морської піхоти отримали по танковому батальйону.
це 31 або 39 танків. Ні, 41 або 39 танків. Загалом скільки виходить? Загалом виходить десь близько сотні, якщо я не помиляюсь. Але при цьому у нас ще був танковий батальйон окремий в ДШВ, який розформували. Про нього ми теж пізніше поговоримо. І так як у нас 2 роки назад почалося скорочення певних штатів Збройних сил, в 2 бригадах ДШВ танкові роти були теж розформовані. Тобто, фактично, на сьогодні ми маємо 2 танкових батальйони в морській піхоті і 2 штатні танкові роти в ДШВ. Чи є смисл далі зберігати їх? І, ну, коли зараз немає активних бойових дій, не готуватися до того, щоб все-таки якусь уніфікацію проводити? Ну, тут, на мой взгляд, более проще сделать, что вывести с активного состава Т-80 и сформировать пожарную команду. В умовный корпус резерву? В умовную танковую бригаду, только полностью укомплектованную одним типом техники. Угу. Пускай вы сделаете унификацию по комплексу вооружения, условно говоря, по танку Т-64 2017 года. Вот, защиту поставите ту же самую, тоже по этой же самой теме. Но, по крайней мере, за счет того, что вы сможете целенаправленно в одном месте собрать все машины, вы сможете организовать хоть какую-то боевую подготовку личного состава. Хоть как-то сможете добиться одного подхода к тому, как обслуживать технику. Как следить за этими машинами? Как их применять, в конце концов? Потому что машина имеет определенные уникальные возможности. Uh-huh. И если у вас стоит что-то в резерве, то гораздо интереснее, наверное, эту машину использовать, чтобы перебрасывать по нужному направлению угрожающие, чем гонять там машины, условно говоря, Т-64. Тобто, фактично, ми знову повертаємося до проблеми кадрів і тактики застосування так, того точно, чи іншого типу озброєння. Що в час, коли ми розбазарювалися по кожному блокпосту і ставили по одному танчику, повинно пройти мимо. Либо ми учимо личний состав пользоваться без танків від початку до кінця, а не пытаться з допомогою танка, от як в даному випадку, імітувати себе бойця, блін, невидимого фронту. Дело в том, что так вот хорошо в учениях, но очень абсолютно некомфортно, когда летит в свою сторону. Я молчу про то, что состояние стресса, что ты куда-то попадешь. Так. И питання, чи взагалі застосовувалися Т-80 в бойових діях? Зараз, може, ти більше знаєш. Ну, як і будь-яка техніка штатна, яка є в військах, вони залучаються на період ротації визначених частин. В більшості це морська піхота, тому що вони постійно перебувають там. І фактично 36-та і 35-та бригади в Збройних силах, напевно, одні з найбоєздатніших. Як мінімум по кількості ротацій і по активності залучення в АТО в ОЕСі. Але при цьому, ну, ми всі пам'ятаємо про виконання мінських домовленостей. І танки є, вони, наприклад, наш батальйон, за ним був закріплена окрема танкова рота, яка знаходилася в відповідному визначеному районі роззосередження в тилу на визначених там з ОБСІ позиціях, ну, точніше, відстанях. Але при цьому був план їхньої, там, за скільки годин вони висуваються на відповідні рубежі, яка їхня роль в випадку оборони або наступу. Це все було, ну, скомуніковано, були контакти, якимсь чином налагоджений мобільний зв'язок з командиром відповідної роти, таким чином, щоб при потребі ця рота могла діяти в смузі оборони батальйону. А от по тактиці, Вадим, щось можна сказати, застосування 80-х, якщо вони були, чи... Ну, нічим. В даному випадку 80-ка не відлічалася від стандартного танка Т-64 або Т-72. Все проходили стрельбу из закрытых огневых позиций, все в случае чего выступали в качестве резерва, горячего резерва. Все. В активной фазе танк на танк, либо в обход какого-то опорника, такого я не знаю. Ну да, просто в принципі, коли їх почали вводити в ЗСУ, навіть не було таких умов, щоб вони могли проявити свої... Щоб їх можна було як-то використовувати в даному направлінні. Да. Ну і от ми підходимо до питання теж від аудиторії про танковий батальйон. Чому його розформували? Що за історія така? Чому? Ні, ну розпространяти слухи не стоїть.
Я считаю, что просто по своим возможностям и комплектации он, мягко говоря, не соответствовал необходимым требованиям моего подразделения. Сам батальон? Сам батальон. Ну, подбери людей, сделай все. Ну, ну, в ДШВ ніколи не було танків у нас і введення окремих рот. Командири теж, вони пам'ятали, що от в 14-15, коли вони получали танки з першої танкової бригади, або там мали 17-ї танкової бригади, мали опыт совместних действий. Да, устойчивість піхоти в рази вище. Все понятно. Ну от як організувати бойову підготовку, скільки потратить, где размещать танки. Это надо свой учебный центр иметь, либо договариваться с центральным бронетанковым управлением. Это же такой вид войск. У нас же гусь не товарищ. Это везде такая проблема. Угу. Вот. Те же тренажеры. Надо же к Десна. Десна не готовит. У нее нету ни одного 80-ки, чтобы на это самое привлекать. Привлекать 115-й завод тоже это коммерческое, ну как коммерческое, это Укрбранпром, это тоже определенные деньги, наверное, стоит. Не всегда будет эта самая помощь. И, ну, так уже завершуючи нашу розмову, питання по тому, наскільки Т-84 от відрізняється від Т-80УД, чи це новий танк, чи це якась просто модернізація, чи в нього основні якісь там компоненти, наскільки вони уніфіковані. Ну, той оплот перший, да, який прийшов там парадом по Хрещатику в 2001 да, році, так. Коли 10 штук їх купили, потім назад, чи не купили, позичили. Позичили. Да. Частково купили. Всі машини, які участвували в параді, які, условно говоря, попали в Вооружені Сили України, вони в той или іной мірі унікальні. Тобто ні одної одинакової машини там нету. Угу. По большому счету, це опытні машини, на яких КБ йшло к оплоту М. Все. А наскільки можна вважати ці машини розвитком Т-80? Прямі наслідники. Тобто, коли ми повертаємося до питання відновлення виробництва Т-80, ми переходимо до того, що у нас вже є замінник фактичний, який так. вибрав найкращі сторони і так. в якійсь мірі компенсував недоліки. Так. Відповідно, вертатися до виробництва 80-ки ну, фактично безглуздо. Безглуздо. А є сенс виробляти взагалі, ну це вже трохи завазимо, виробляти, в принципі, оплоти в найближчій перспективі для переозброєння української армії, чи все-таки краще зосередитися на тому, щоб ремоторизацію провести, модернізацію і далі використовувати 64-ки? Звісно, що постійно тягнути машини, які випускалися, корпуса деяких машин випускалися в 76-му році, в 78-му році, ми постійно не можемо. Є якісь обмеження і приділи всьому цьому ділу. Вот. Да, хотелось бы, чтобы у нас было унифицированное моторно-трансмиссионное отделение, башня, вот, прицельные приспособления, динамическая защита. Все бы это хотелось бы. Но на это нужны определенные деньги. Это быстрая возможность, грубо говоря, поставить в строй должное количество танков, достаточно большое количество танков. Потому что для этих целей можно задействовать предприятия Харьковского, Киевского, пока еще завода, и Львовского завода. То есть под управлением, допустим, того же Зима. Так поступили россияне. Они по опыту боев 2014 года сделали тоже определенные выводы. Они сделали ставку на Т-72Б3. Але при цьому вони продовжують модернізовувати і Т-80. До Боже так званого БВМ. Да, от недавно буквально поставки там були. Чергова да, но була поставка, но коли ви посмотрите на последний біатлон, то попадали почему-то Т-72. Наверное, тоже какие-то проблемы с подготовкой личного состава. Можливо, да. И техники. Провал. Вот и все. То есть они сделали вывод, что вот лучше синица в руке, чем журавль в небе. Угу. Тобто ви схиляєтесь десь теж до того, що потрібно розвивати або вижимати максимум 164 найближчі роки, а потім переходить на перспективний танк наступного покоління. Наступного покоління, воно повинно бути. 84-ка, можливо,
ну как, если у нас будет единая башня, единый двигатель, единое моторно-трансмиссионное отделение, то, пожалуйста, почему бы нет? У нас та же самая, как я сказал, набор в 100 штук, который у нас есть сейчас, 80-х, это потенциально можно будет с определенными затратами довести их до определенного уровня 80-ки. 84-ки. До оплата, в смысле. Да, угу. Со временем. Все зависит от того, насколько готовы. Ну, але готовності немає, судячи з того, що ми бачимо за 7 років. Да. То... Проблема в том, что, по большому счету, где башня? Башня не делается штучно, потому что для башни нужен определенный тип металла, определенная плавка металла, технологический процесс. Он измеряется сотнями, а иногда и тысячами тонн в одной плавке. Потом надо где-то все дело прокатать. А денег выделено в рамках года финансирования на ремонт 30-40 танков. Поэтому что-то требовать от Центрального бронетанкового управления по поводу того, что почему нету оплотов, ну как-то смешно. Им бы обеспечить хотя бы ремонт. Потому что большинство этих машин, оно прошло ремонт по состоянию. То есть они даже не капитально ремонтировались. Они просто проходили ремонт. Вот есть проводка целая, хорошо. Двигатель там может быть. Обратим внимание на двигатель, на трансмиссию. Посмотрим, что там торсионы не лопнувшие были. Вот такое вещи, что визуально. Замена проводки, никто не проводил проводку. Замена элементов стабилизатора тоже никто не проводил. По большому счету, если привести к единому знаменателю и заменить те же 26-й стабилизатор, 28-й стабилизатор двух типов, 23-й стабилизатор на некоторых машинах стоит, 45-й стабилизатор, к единому какому-то знаменателю, который выпускается целиком и полностью на предприятиях Украины, это уже подвиг. Тобто є куди рухатися, але руху да. Поки немає. Руху? Нет. Тут у нас каждый тянет к себе. Ну, так, якщо резюмувати, то в мене от таке от враження от склалось, що типу Т-80 прикольний девайс, але зараз він для Збройних сил дуже часто ніби як якась навіть проблема. І перспективи, що з ним далі робити, немає. Використовуємо його, забиваємо гвозді мікроскопу. Да, от іменно забиваємо гвозді мікроскопом. Почему? Возвращаемся к истокам. Для чего его задумывали при Андропове и протаскивали при Андропове? Для рывка. Рывок делается одним танком? Нет, рывок делается армией, дивизией, чем-то огромным, чем-то таким страшным. А это все тянет в себя всю номенклатуру. Нужно топливозаправщиков такое-то количество, ремонтных органов такое-то количество. Оно должно двигаться все в одном механизме. А если вы распыляете по 10, по 5 машин, тем людям, которые ничего тяжелее автомата, грубо говоря, им нельзя с собой взять было. Ну, это как-то не так. Ну, народилась цікава ідея, да, що зібрати їх всі в одному місці і створити якусь таку бригаду, ну, резерву, прориву. Назовіть її бригадою, пожарною бригадою, пожарників. Быстро приїхали на нужному направлении, потушили. Все. По крайней мере, это было бы немножко рациональнее, потому что хоть какой-то учет, контроль за этими машинами. А так возвращаемся к тому, какая машина у того несчастного командира роты ВДВ, имеет ли он электрика, который сможет зарядить аккумуляторы. А машина имеет только электрический старт. То есть ты должен смотреть хорошо за своим аккумуляторным хозяйством. Вот. Аккумуляторы не новые, не Илона Макса. Старые, добрые, блин, кислотно-щелочные. Ну, надо заряжать, надо разряжать, надо следить за этой всей ботвой. Они навіть регионально размазаны так по всей Украине. Так точно. И что, постоянно уповать только на то, что тебе приедет заводская команда? Кто в вооруженных силах имеет вузство или какой ремполк имеет возможность их ремонтировать? Есть у них документация на то, чтобы они смогли просто элементарно посмотреть, а что тут в каком порядке делать? Нет. То чего вы грубите машину? Вот на этом питанні, мабуть, давайте и завершувати. Хай почитаємо на нього відповіді. Тож це був 25-й вже епізод мілітарного подкасту. Говорили сьогодні із Вадимом Павловичем про Т-80-ку і що, Тарас, який...
фінал. Ну, яке питання до аудиторії? Питання дуже просте, власне, воно виходить з цього ефіру про те, яка доля має бути в українських Т-80, на думку наших глядачів і слухачів. Напишіть нам. А ми передамо. А ми передамо, так. Все, дякую, до побачення.